Поволжский район уже второй год готовится принять Гербер. Прошлым летом из-за пандемии отмечать окончание полевых работ не стали. В этот раз шансы провести фестиваль велики. Вот эти платья у нас сшиты для массовки. Гостей будут встречать на территории муниципального образования Гурейс-Путгинская. Концепция праздника – экологичность. Поэтому кашу, главное угощение Гербера, будут подавать в деревянной посуде. Эко-посуды хватит всем, уверяют мастера. В Доме ремесел готовят уже и подарки для гостей фестиваля. Набор деревянной посуды будет упакован вот в такой рюкзачок. Почему выбрали именно рюкзачок? Потому что его можно закинуть за плечо и ходить целый день на праздники. На каждый гербер район хозяин выбирает символ праздника. Поволжцы, кажется, уже определились, но предложением открыты. Мы обсуждали о том, что главным символом будет стрела, то есть стремление ввысь, вверх, в небеса. И планируется, что вот эта основная площадка, большая концертная площадка, она как раз будет оформлена так, в виде стрелы. Возможно, будут какие-то другие варианты. В общем, это еще в обсуждении. Этот гербер должен удивить и стать ВДНХ удмуртского мира. Такую задачу ставят организаторы. Если все получится, оценить задумку жители республики смогут 26 июня. Вероника Ваулина, Василий Хохряков. Новости.